Детям о детях. В Симферополе прошел необычный урок истории. На аллее пионеров-героев пятиклассники организовали настоящую экскурсию и рассказали друг другу о подвигах своих сверстников, которые в годы Великой Отечественной войны сражались ради общей победы. Слушал рассказы юных гидов и наша съемочная группа. 1929 года Феодосия в семье рабочих. Витя был партизаном. Мальчик собирал сведения о врагах. В это время Витя было всего 12 лет. Его именем названа школа, в которой он учился. Среди тех, кто пришел на внеклассный урок, есть дети, для которых война – это не только история, но и часть жизни. Дима Мазур приехал в Крым из Луганска. Мальчик не выделяется в толпе одноклассников, но рассказы сверстников прогоняют с его лица улыбку. Видела разрушенные здания, целые города там разрушались. Слышала очень много взрывов. Огромный взрыв был в один день. Очень близко был к моему дому. Я желаю своим одноклассникам мирного неба над головой, чтобы в Крыму не было такого, что сейчас в Луганской области. Пятиклассница Настя подготовила рассказ о Вите Коробкове. 15-летнего крымского партизана и разведчика расстреляли фашисты. Был случай, когда Витя с его отцом, они шли в село, они были партизанами, и они должны были посчитать, сколько танков, врагов там и всякие оружия. И чтобы отца Вити не заметили, Витя взял губную гармошку и играл немецкие песни, чтобы отвлечь фашистов. И тем самым отвлек фашистов, и его отец прошел. По окончанию дискуссии пятиклассники с удовольствием рассказывают друг другу о подвигах своих предков и задают вопросы, ведь для них знакомство с таким предметом, как история, только начинается. Я запомнила Лёню Голикова. Витю Коробкова. Витю Коробкова поставили памятники во многих городах. Лёня Голиков совершил много подвигов. Идея проведения урока экскурсии принадлежит Татьяне Легоцкой. Учитель русского языка 23-й школы Симферополя сама проявила инициативу, чтобы сформировать у детей правильное отношение к событиям и героям Великой Отечественной войны. Я всегда говорила детям о том, что фраза «никто не забыт, ничто не забыто» — это не просто слова, за ними стоят конкретные имена и фамилии. И мне бы очень хотелось, чтобы наши дети знали своих героев. Такой вот урок, ну, патриотизма, урок мужества, ну, им нужен. Аллея пионеров-героев в Симферополе – один из примеров, который наглядно показывает подвиг детей детям. Здесь увековечены те, кто наравне со взрослыми сражался ради общей победы. Мария Красновицкая, Иван Ковалев, Время новостей.